Борис Леонидович Пастернак. «Вокзал», 1913 год, читает Лев Литвинов. Вокзал, несгораемый ящик, разлук моих встреч и разлук, испытанный друг и указчик, начать не счислить заслуг. Бывало, вся жизнь моя в шарфе, лишь подан к посадке состав, и пышут намордники гарпий, парами глаза нам застлав. Бывало, лишь рядом усядусь, и крышка приник и отник. Прощай же, пора, моя радость, я спрыгну сейчас, проводник. Бывало, раздвинется запад в маневрах ненасти и шпал, и примется хлопьями цапать, чтоб под буфера не попал, и глохнет свисток повторенный, а издали вторит другой, и поезд метет по перронам глухой многогорбой пургой. И вот уже сумерком невтерпь, и вот уж задымов во след срываются поле и ветер. О, быть бы и мне в их числе! Мои драгоценные слушатели, если вам нравятся стихи в моем исполнении, не забывайте ставить лайк и поддерживать канал подпиской. Искренне ваш, Лев Литвинов.